Доброе утро! На календаре 23 мая, и сегодня в Якутске пройдет фестиваль японской культуры «Мацури». Он проходит в рамках года Японии в России и России в Японии. Что же ожидается сегодня в рамках фестиваля, об этом нам расскажет Уэхара Байген, артист Самисен. А помогать нам общаться будет переводчик Андрей Шепелев. Доброе утро! Здравствуйте. Итак, сегодня в спортивном комплексе «Триумф» состоится фестиваль японской культуры. Что же будет проходить? Какая программа фестиваля? Это будет насыщенная программа. Будет выступление японских артистов, традиционная музыка. Также запланирован танец «Йосакой Соран». И будут также подготовлены информационные стенды для участников мероприятия. Это будет стенд с новинками японской техники, стенд каллиграфии, стенд икебана и другие. Аниме, я знаю, будет, да, еще оригами, да, чайные церемонии и так далее, да? Господин Уэхара, а что вы планируете сегодня показать на фестивале? Вот какая ваша программа? Уэхара сама мацури де дуноёна программа де сенсо сурьё тэцка. Нихонно дентобунка де аримасу миньё то шамисен の演奏、そしてあと、日本の踊りも、あるグループで演奏します。Наша группа планирует представить на фестивале Мацури традиционную японскую музыку с использованием шамисена, японские песни, традиционный японский танец и игра на барабане. Ага. А можете рассказать, да, что такое вот шамисен? Я понимаю, что это он, да, струнный инструмент. У него есть какие-то разные виды, да? の三味線について教えていただけませんか。どのような種類とかあるか。日本の伝統的な楽器で、弦は三本あります。Это традиционный японский инструмент. У него три струны. これは。А вот это вот что такое вот на столике лежит? これはテーブルに置いてあるのがそういうものです。これはバチと言いまして、こちらでこう叩いて演奏します。Этот прибор называется бачи, это своего рода плектр. Ага. А я еще так вот слышала, да, вообще, что на шамисен он может быть как и ударным инструментом. Это так, да? Шамисен ва гэнгакки даке динаку дагакки да то китан десу на. Соу десу не. Сан бон гэн га ару но то, ここ га тайко то мо иварете ите. Этот инструмент можно использовать действительно и как струнный, и как ударный. Во время игры исполнитель вот на нижнюю часть этого инструмента ударяет, и он исполняет функцию барабана. А можно вас попросить, да, что-нибудь нам исполнить, показать вот? Наника кёку демо энсо шите кудасай. Хорошо. Thank you.
Огромное спасибо вам за такую прекрасную игру. Действительно, очень потрясающе. Я первый раз слышу, как играете на сен.